Друзья, всем огромный привет! С вами Харди, и мы продолжаем скол. Скол! Это Фростборн! И как ты понял, мы сейчас будем прокачивать громилу. Мы откроем дофигища рун и посмотрим, насколько он станет сильнее. Где будем его тестить, эти руны? Ну, вообще, святилище. Одина или ПВП, да? Но мы пойдем с тобой на Хеля. Так не принято. Громилой никто не убивает Хеля. Ну вот мы пойдем на Хеля. Я продолжаю бомбить сезон. Думаю, как и ты, да? Времени еще достаточно много. 600 очков минимум в день. И плюс 50 раз в два дня берешь. Это если вообще ты не фармишь гробницы, да? Вообще ничего не делаешь. И осколков дополнительных у тебя нет. Давай для начала сейчас вскроем ящички. Какие ящички? Набор победителей сейчас доступен еще. Пока что. Вот такой вот эмоушен, да? Ну, как бы это уникальный ящик. И, кстати, здесь для нашего громилы-рассекателя это прям хорошо. Это уникальный ящик, потому что больше не будет у тебя возможности эту эмоцию получить, я так понимаю. Ну, только в других ящиках. Блин, я надеюсь, ее дадут. О, блин, ее не могут не дать, это дичь. Как бы что говорить про это оружие? Ой, 10 развеек. Э, тут все крутое, да? Ну, если еще дагер дадут лук, я буду вообще в восторге. Нет, не дали. Каждому свое, да, типа того. Ну и, соответственно, можно дальше бомбить. Новая эмоция цыпленок. Ну-ка. Ха-ха, даже перья летят. Какая грязь, я в шоке. Блин, ну это такая, знаешь, Типа, кого-то ты наказал, да, и ты такой дерзкий. Типа, цыпленок. Ну, или от тебя кто-то убежал, короче. Да, провокация, в общем. Поехали. Ты уже видел, да, в начале видео, что я купил два вот таких набора. Дали две руны, потом пять. Стоило 140 голды. В общем, грубо говоря, 2500 голды было. Поехали дальше. Третья покупка 525. Четвертая покупка 700. Я чувствую, сейчас будет дичь. Йоалки-палки, да вы орете! Смотри, что, И вот она, значит, следующая покупка. Три с половиной тысячи голды. Я в шоке. Покупать ли эту тему? Блин, если ты прям обожаешь свой класс, пусть это будет огненный маг. Или стрелок. Или шледопыт. Если ты обожаешь свой класс, то, конечно, а чё нет-то? Ну, мне кажется, уже хорошо, да? Давай посмотрим, сколько у нас безобразия. Мы сейчас еще тут какую-то руну выбьем. У нас 130 осколков. Вот эти 130 осколков, если ты их не будешь сразу тратить, их можно растянуть и спокойно дальше бомбить сезон, да? Получать дополнительно 100 очков. Ты понял, да? Если я дальше буду бомбить, мне не дадут опыта. Опыта сезона не будет нисколько. 10435. А если я буду раз, два, ну, соответственно, очков ничего не дали, да? Так бы я получил плюс 100 очков. Круто, круто. Поэтому, поэтому, не знаю, смотри сам. Ну, что, поехали, завязывай. Это, это рандомные руны. Но давай ненадолго прервемся на новости. И новости просто фантастические. Ты видишь этого мужчину? Ты видишь это? И я вижу этого мужчину. Я уже давным-давно в сливах тебе показывал крюк да? Но теперь стало известно, это дуэлист, специалист в боях один на один. Он просто создан для соло игроков, ну типа, да? Он использует тяжелую броню и оружие ближнего боя, а его способности к контролю позволяют ему выходить победителем из схваток с другими викингами. елки палки Пассивное умение. Находясь на дуэльной арене, дуэлист наносит увеличенный урон по целям внутри ее крюк. Дуэлист бросает крюк в указанном направлении при успешном попадании во врага, притягивает его к себе и оглушает. Притягиваешь, соответственно, крюком и включаешь арену. И дуэльная арена. Дуэлист создает арену с часовыми по периметру. При контратаке с часовым враг отбрасывается в противоположную сторону, а сам часовой исчезает. Ёлки-палки. В общем, ну ты понял, да, теоретически, грубо говоря, я надеюсь, что эта арена не 2 секунды будет длиться. То есть ты бежишь соло, попадаешь на двух противников, да? Одного притягиваешь и включаешь арену, ну и второй пока ничего не может сделать. Типа того. Если будет что-то типа того, это будет огонь. Но скорее, скорее всего дуэльная арена будет секунды 4 длиться. Ну, немного, да, грубо говоря, как апкастик, парам-пам-пам. Ладно, посмотрим, посмотрим, что это будет. Да, это еще не все новости, конечно же. <звы> Фу, что это такое, ты знаешь. Ты знаешь? Конечно, знаешь. Это топор двуручный, блин. И щит, и топор одноручный. Соответственно, для дуэлиста ну и, конечно, для громилы и для защитника. Ё-моё. Друзья, все, кто играют за тяжелые классы, я вас поздравляю. Что я могу сказать? Это будет в пятом сезоне, либо будет какая-то обнова. Ну, скорее всего, в пятом сезоне, да? Да, это фантастика. Это круто. И будет возможность получить броню дракона, как я понимаю, еще раз. Какую броню дракона? Ну, в той, в которой дуэлист, да? Верх и низ, напомню те, для ПВЕ это прям огонь вообще. Спасибо всем за участие в вопросе по балансу классов. Информацию который мы получили из ваших ответов нельзя переоценить. Раз уж зашел разговор про классы, мы решили подготовить небольшой сюрприз. Встречайте до листа новый класс для любителей сражений с игроками, который уж совсем скоро появится в игре. Сразу тебе скажу, копи. Прокачивать ли дальше класс, который ты сейчас качаешь Я не знаю, сам смотри. Но по факту надо копить, копить очки повышения профессии, да, эти медальоны сиреневые, шмот, чтобы быстренько можно было его дюх-дюх-дюх повбивать и вкачать. Может быть, я надеюсь, его дадут просто в награду за сезон. Тогда мы его сразу получим третьего уровня, да? Это было бы приятно, конечно. Ну а теперь продолжим, продолжим прокачивать фантастического Громилу. Защитник Маза. Так, понятно. А это уже пошел фантастически мило Просто напомню тебе, чтобы красиво раскачать персонажа, плюс ко всему еще надо район новый хейм прокачивать, я могу вставить лишь 16 гребаных рун. И это мало-мало. 120 район откроет мне еще 2 и будет 18 уже рун. 140 еще 2 уже будет 20, да? Потом, значит, 22 на 160, да? И 25, это если 180. Про 180 я помолчу, потому что это вообще дичь. Понимаешь, это, это реально дичь. Поехали, блин. Просто фигачим их все, а потом посмотрим, что там. То есть я их даже сейчас все вставить не смогу. Да и пофигу. Я буду их ломать, объединять? Нет, не буду. Скорее всего, не буду. Одну для интереса объединим. Так, отлично был. Отлично был. 29. Представляешь, еще 50 рун за 3,5 тысячи голды. Да, это жестко, это жестко. Что мы имеем? Давай для начала просто тупо изучим. Очень редкие сиреневые руны. Редкие синие. Соответственно, значки это разные эффекты. Ну и необычные, да. А это что, обычное что ли? Нет, обычных не существует. Типа того. В общем, если тебе сиреневая руна падает, да, это типа самая-самая дичь. Урон оружием 0.25. Ха-ха, какая грязь. Я в шоке. Дополнительный один урон при атаке. Шанс 5%. И вот сейчас вот смотри. Дополнительный урон, вот сверху эффект, видишь, да? Смотри, еще одну такую. Дополнительных 2% урона при атаке. Блин, ну если честно, такое говно. Ну, допустим, 20% дополнительно. Шанс 5%. Ну, когда это будет срабатывать? Раз в году. Вот, вот это мне штука нравится. Вот это мне прям нравится, блин. Да, это прям круто был. С шансом 1,5% отражает 15% входящего урона. А теперь представь, вот я ее накидываю, эту руну, да, 10 рун. Это будет 15% шанс отражать 15% входящего урона. То есть второй эффект у нас не увеличивается, когда ты накидываешь сюда эту шнягу. Где это можно увидеть? Второй эффект, посмотрю в данный момент. Дополнительные 3%, да? Тик-тик, ты понял, да? Давай узнаем, что будет, если их объединить. Класс, мне нравится, как притягивается. 5%. Нет, 5% выросли. И класс! Ты понял, что. Процентовку все-таки можно увеличить. Смотри, что здесь не, не поменяли эффект. Ну-ка. Шанс 5%. А здесь написано 6. Непонятно. Непонятно. Блинский, вот, вот это, конечно, грязь, да? Я вот это вообще, я, я фигею. Вот это очень хорошая руна. Прям мягко говоря. Так, что, смотрим дальше. Шанс полечиться. У меня уже есть такой эффектик, да? Теперь полтора процента шанс полечиться. Это у нас что? Игнорирует броню. Берсерк, да? Ну, ярость, грубо говоря. Атака наносит один дополнительный процент урона. То есть, если у тебя хп падает, ты типа всекаешь еще сильнее. Максимальный запас здоровья. Блин, хорошая руна. Вот прям вот ты ее как бы сразу будешь видеть, как она работает, да? То есть, просто тупо больше хп. Поглощение урона. При здоровье меньше 40%. Тоже неплохая штука. То есть, тогда, когда ты откис, ты типа не откис, да? Ты будешь ловить урон и будешь еще жить. Во, вот это вот, и ну вот это, конечно, блин, да, это класс. Это ПВЕ чисто тема, без Б. Вот это чисто ПВЕшная жара. Урон по монстрам 3%. Когда стоит вот так вот Потом, потом. С шансом 1% игнорирует 15 брони. Вот это тоже классная ПВЕшная тема и ПВПшная. То есть, грубо говоря, у тебя просто есть процент, да. И когда сработает эта руна, ты просто нанесешь еще более мощный урон. Вот и все. Ну, типа того. Вот это вот поглощение. Я даже не знаю с этим поглощением. Урон-то хорошо, да, поглощает. Но-но-но. Давай мы сейчас вот так сделаем. Сравним их. Ну, ты понял, растет только первая процентовка. Вот здесь у нас вырос шанс, но почему-то он вот тут сверху не изменился. Я не знаю почему. Не спрашивай меня, я не знаю почему. Вот это классное мне понравилось без Б. Шансом полтора процента отражает. Ну, то есть... Просто тупо, когда сработает, да, то ты отразишь. Вот здесь много условий. То есть мало того, что есть процент 1,75, поглотишь 10% урона, так еще и здоровье меньше 40% должно быть, ё-моё. Ну то есть, елки палки раз в году у тебя она сработает. Да уж, их надо прокачивать, что уж там. Давай на примере вот этой вот руны, да? Вот этой вот эмочки. Потому что мне ее не сильно жалко. Мы сейчас сделаем прокачку. Пошала. Ты понял, да, сколько надо рун, чтобы сделать третьего левела? Ну и все, третий левел, если я не ошибаюсь, это максималка. Фу, смотри, что все-таки выросла, да? Тем-то все-таки выросло, посмотри. С шансом 2% выросло и поглощение 10-15 уже входящего. Если здоровье меньше 40-45%. Так странно вообще, да? Согласись, странно. Ты понял, да, когда объединять руны? Когда у тебя их вообще все завалено будет этими рунами? Вот тогда только вот такую вот прокачку делай до третьего левела. Соответственно... И вот такими трешечками, а не единичками, зашвыриваем полностью своего персонажа и делаем какой-то эффект просто умопомрачительный. Почему вот это вот Г я решил пока оставить? Режим берсерка, да? То есть, когда меня тыкнут и я откисну, но при этом я могу разогнать просто дофига урона. Поэтому я эти рунки пока оставлю. Пускай будут. Мы будем экспериментировать дальше с ними. Так, ну чё? вопрос остался: вот. Вот эту вот игнор, мне надо засунуть. Давай убираем пока урон по игрокам. Слушай, ну как-то так. Да, если я сейчас 50 еще возьму, да, 50, это будет. Маленточки. все, мне пофиг. Мы с тобой еще хотя бы одну уру, уруну должны выбить. Чародей. Ты понял, да? Фиол, как хочешь, называй. Если ты выбил фиолетовую, это самые крутые эффекты. И они такие и есть. Чародей, огненный маг. Ну-ну-ну, за исключением э, кого? Это не профитно, слушай, не делай так. Оставь лучше и каждый денег вскрывай и получай очки еще дополнительные. Ааа, Боль! Блинчики. Так, ну что, давай оценим и собираемся. Пойдем на этого суперхеля. Урон оружием дополнительный. Урон по монстрам дополнительный. То есть я теперь на 4% больше по монстрам бью. Вообще в целом, да. Потом шанс 5%, что я еще больше нанесу, да? На 2% урона. 1,5% шанс, что я полечусь. Если здоровье маленькое у меня, э, возможность поглощать, значит, урон. 2% шанс игнорировать бронь. Запас здоровья больше. Укороть! И... Ну ты по. Мне кажется, это прикольно. Так, ну что, поехали. Готово. Я забрался. Да, у, увы и ах, у меня нет кабанчика какого-то мощного имена. Ну ты понял, у меня дополнительный урон по игрокам. Был бы повышенный урон по крипам, блин, это была бы фантастика, да? И комплект брони, просто зачин. Почему просто? Ну блин, была бы плита и штанишки дракона, это была бы грязь. Конечно, Хеля лучше убивать за лучника, за мага, да, в дальнем бою и как бы и не париться. Вот, где действительно Громила хорошо прям себя показывает в архивах, да, и т.д. и т.п. Сразу скажу тебе, я делаю это первый раз. Ха -ха, да, серьезно. Ну просто такой праздник, и я думаю, давай, блинчики. Я делаю это пе первый раз. А иду на Хеля, значит, в ближнем бою вообще, да? То есть ты видел все мои килы, ты видел гайды. Совсем другая тема. Я совсем по-другому бомбил. Так, ладно, пошла жара. Фу, блинчики, страшненько. Вампиризмом я вообще все, все делаю. Так, поехали. Я не знаю, как от его урона уворачиваться или нет. Ну, вампиризм работает. Ё-моё. Вот сейчас узнаем. Вообще грязь. -мо. Так. Бежим нафиг. Надо уворачиваться от его обилки. -мо. Уворачивайся от его обилки, это дичь. Почему ты попал? Ха-ха-ха, -а -а, блин. Ну, рукожопа была. Ну да, ну я ж первый раз, слушай. Я в восторге, короче. Класс. То есть, по факту, что надо было делать в идеале? Кидать вот эту ерунду. Плюс, если ты будешь с фантастическим топором ледяным, значит, обязательно надо было юзать зелье берсерка. Я этого не делал. Это просто гонил. Я, короче, хочу еще раз его наказать. Чик. Хорошо, да? Да, это всегда хорошо. Кто ж спорит-то? Я еще хочу его раз наказать. Наказываем? Наказываем. Это, это прикольно? Да, это прикольно, слушай. Прямо, ну, 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 прям вообще, прям и, и интригует. Если игнорировать полностью, вот кидает он эту ерунду у нас и кидает и фиг с ним, да? То чё? То как бы это, да и пофигу, да? Пускай кидает. Хотя я не знаю, как под зельем берсерка, да? Возможно, очень будет больно. Ну, конечно, если ты будешь уворачиваться от этой шняги, будет неплохо было. Так, ну чё, поехали! Поехали, мужчина! Поехали в Америку говно возить по берегу! Теперь делаем обкастик по красоте, да? И пошла жара. Мужчина сюда. Пошла жара, блинчики. Ну, как бы вот, да, уворачиваться надо. Да почему ты не увернулся, бомж? Ну ладно. Не будем о грустном. Да ты чё, серьезно? задеваешь. Надо ли этих бомжей убивать? Лишним не будет. Хорошо, блин. Хорошо, да? А, а, а. Вообще. Тише, тише, тише. Вообще класс. Прямо это, да? Какой-то спидран можно делать. Типа того, спидран по килу. Ну да, блин, если ты будешь залучника, да, тебе будет гораздо проще увернуться от этой шняги. От какой? Ну вот, когда он швыряет эту тему, да, тогда несложно. Прям по количеству ударов посчитать. И никуда не бежим. Быстро, быстро. Когда он в упор тебе бьет, ничего страшного. Пускай бьет. То есть, постоянно вот так по шагу отходить, стрелять. Класс, вообще. Я, 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 прям вообще, ну ты понял. Что я еще хочу добавить? Конечно же, если понравился ролик, оцени лайком, подписывайся на канал. Видосы уходят каждый день, регулярно играем в викингов. Ну чё, 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 чё? Пока не сильно заметно, да, крутость рун и все такое. Но у меня слишком мало, надо новый хейм прокачивать. И этим я сейчас и займусь, да. Надо, блин, 120-й, э, ну вот хотя бы вот так вот, да. Хотя бы вот так вот, чтобы 20 рун вбить. И уже совсем другой мужчина будет. Совсем другой. Ну и ну и. Что можно еще дополнить? Нет маунта у меня, да? То есть, мне нужен маунт был, который по крипам. Ну вот, к примеру, это для лучника 7%, да? А можно разогнать, если маунт 4 левела будет. 21 по крипам, да? Что-то типа того. То есть, 7 топором, да? Вот, у меня топор, да, 7 ближним боем, 7 по крипам, и 7 там еще какая-то, типа. Ну, короче, ты понял, да? Можно разогнать 21 потом более серьезный комплект брони одеть. Четвертую профессию в конце концов раскачать мужчине, да? И это будет уже дофига делов. Ближний бой будет 70%, а не 45%. И комплект брони одеть топошный. Ты представляешь, сколько это будет? 10 секунд? Ха-ха, и минус кель, грязища. В общем, друзья, всем удачи, спасибо за просмотр. Ну и скол, скол! Пока-пока.